Итак, ребятки, всем привет, с вами мистер Хаус, и сегодня у нас, ну, уже можно сказать, как рубрика «Обзор еще одного императора». На данном аккаунте 153 тысячи силы, как вы успели заметить. Аккаунт предоставил игрок под ником Дрюха, если правильно прочитал, надеюсь. Вот, в общем, Андрей один из моих немногочисленных подписчиков. И как бы спасибо тебе за предоставленный аккаунт. В общем, ребятки, данный обзор будет, ну, немножко не в таком формате, как все остальные. Здесь будет, скажем так, более информатива, чем во всех остальных обзорах. И, наверное, почему, ребят? Сейчас я вам все объясню. Итак, кошмарные подземелья здесь зафармлены до 5, 2 из 10. Здорово, в общем, 723 огонька, как бы все неплохо. Идем дальше. Что у нас в королевской битве? Так, королевская битва 20 уровня. Ну, в общем, можно сказать, уже почти 21-го. Так, давайте посмотрим питомцев, потому что питомцам я вообще не уделяю времени ни на каких своих видео, хотя это, ну, довольно-таки важная часть игры, скажем так, ну, не знаю, довольно-таки важные персонажи в нашей игре, вот, вот так вот скажем. Итак, что мы видим? Авиар 18, 19, 19, 19, 19, 20, 8, 11, 12. В общем, неплохо. Можем посмотреть скиллы, конечно, ихние. Третий, четвертый, шестой, четвертый, седьмой и третий. В общем, круто, что могу сказать. Во-первых, круто это, ребятки, потому что это, опять же, бездонатный император. В общем, блин, ну не знаю. Слов особо нет. Вчера, когда договаривались об обзоре данного аккаунта, здесь было 200 самоцветов. Зайдя сегодня на аккаунт, я увидел 1000 самоцветов. Думаю, неужели человек переступил какую-то, знаете, вот мысль в голове, да, то, что вот будет у меня бездонатный аккаунт. И я думал, ну, решил подзадонатить немного. А хрен там, ребят. Человек просто, походу, чуть-чуть не поспал, или, не знаю, может, просто всегда он так проходит все квесты. Ну, в общем, ладно, неважно, ребят. Самое главное в сегодняшнем видео, и самое, наверное, интересное. Данный игрок фармит АЕ-волну. И как бы дошел он до АЕ-4. И, то есть, как бы он ее проходит, если я не ошибаюсь. Итак, с чего начнем? Давайте, наверное, посмотрим сначала гарнизон. Гарнизон 5-5, 6-5-5, пятерочки. Здесь у нас я не вижу. Ну, 6-5-5. В общем, буду показывать, ребятки, абсолютно все сейчас, чтобы, ну, вам было попроще, скажем так. 7-5-5. Ну и 6-5-5. Вот, еще один. Так. Если я не ошибаюсь, в каком-то из гарнизонов я немножечко внес изменения. Да, вот в данном гарнизоне. Я просто вытаскивал малыша Ника, не на видео, я бегал им. В общем, что могу сказать? Ну, малыш Ник топовый игрок, короче. Ну, точнее, топовый герой. Для меня он так и остается вообще самым путным. Вот. Давайте посмотрим тотемы. Итак, в тотеме Купидон. Во втором тотеме медуза. Ну, в общем, неплохо. Но, кстати, имея два тотема, я бы, наверное, не знаю, попробовал бы сразу двух баферов кинуть туда. И Вальку, и Купидона. Но хотя, не знаю, ребят. То есть, по-моему, и так все замечательно. Человек фармит АЕ волну. Давайте посмотрим теперь, наверное, на героев. Итак, череп. 8-10. Ну, в общем, клево, что. Первая эволюция. Давайте дальше. Дальше у нас идет. Угу. Даже так, феечка.
9, 10, 5 и 5 ремочка. Здорово. Хорошо вкачано. Гарпия с разбросиком. Кстати, ребят, запоминайте, какие стоят пэты. Ну, я думаю, конечно, не у всех они настолько хорошо прокачаны, как у данного игрока, но все же. Итак, здесь у нас отхиливает всех друид. Ну, скорее всего, либо нет гаргула, либо гаргул есть. Но, по-моему, он есть, но его еще просто не успели вкачать. Дальше у нас тыковка. Тыковка у нас суперская. 8,8 берс, 9,10 скилл. В общем, вторая эволюция, как бы, 182 левел. Здорово. Сильно, скажем так, даже не здорово. И Влад. 9-10 и Бастион, да, по-моему, если не ошибаюсь, 6-8. В общем, вкачано все. И таланты, в принципе, и герои. В общем, я вам показал героев, питомцев. Вот данная расстановочка. Если что, в принципе, в своей группе ВКонтакте я оставлю ссылку. Я подробненько скриншотами на всякий случай сделаю пост. Выложу все это дело, данную расстановку, таланты питомцев, то есть и все остальное, как бы, чтобы вам, если что, было попроще. Итак, данный игрок состоит в гильдии Пирамида. Заходим в гильдию, а в гильдии-то у нас всего лишь 60% участников. Имеется группа ВКонтакте, которая называется «Битва замков Пирамида». Босс в 20-30, к сожалению, не упомянуто какой, ну и да это, скорее всего, особо не важно. Днем на факела не ходим, на фортах быть всем, битва гильдии обязательно, ну и еще раз ВКонтакте, группа «Битва замков Пирамида». В общем, как-то так, ребятки, давайте, наверное, прочекаем ее немножечко на ограничение по силе. Пирамида. Ну, я думаю, набор тут от нормальной силы у ребяточек нет. Так, с большой буковки. Вот не выдает похожие даже гильдии по названию. Вот это плохо, конечно. Вот так вот. Еще раз. Итак, вот, пирамида от 80 тысяч силы. Ну, в общем, ребятки, если у вас больше 80 тысяч силы, и у вас есть свободное время в дни битвы гильдий, потому что за пропуск, мне кажется, по-любому кик, так как, ну, видим то, что участников не особо много в гильдии, давайте посмотрим в топ на каком-то месте. Так, по силе на 647 месте и по взносам на 763. В общем, таки неплохо. На данном аккаунте еще есть самоцветы. Кстати, что еще хотел подметить? Всем бы данного терпения. Сейчас я зайду на склад, и вы поймете почему. Занято 76 мест из 110. Ну, тут понятно, всякая бредятина, тут повторочки. Повторочек, кстати, смотрю, вообще особо нету. И что мы видим? Все руны первого уровня. Абсолютно все. Человек просто красавчик, собирает руны первого левела, копит ресурсы для их ковки, для их улучшения, как бы. И они не засирают место, ребят, потому что у него все они одного уровня. То есть они первого левела. В общем, это здорово, ребятки. Как бы я теперь, скорее всего, буду делать так же, потому что места у меня вообще не хватает вечно. Что, давайте, наверное, потратим человеку самоцветиков. Я думаю, не просто так он их все равно собирал. Вот, надеюсь, выпадет что-нибудь путного. Ну, действительно, надеюсь, потому что на обзорах у меня, ну, что там у меня, паладин, по-моему, упал к Ксении. Ну, и попыток там, по-моему, маловато было. Скоро обновление, ребятки, кстати. Так что копите самоцветы. Вот. О! И так у нас выпал душегубчик. Здорово. Я надеюсь,
данный герой на аккаунте есть. И в качестве повторки, я думаю, тоже прикупит до. Слизь. 150 самоцветов попросили оставить. Давайте еще разочек. И выпала панда. Эх, жаль, конечно. Давайте посмотрим. Я думаю, конечно, здесь есть душегуб. Потому что здесь, да, здесь, да, нет, не нужна повторка душегуба. Ну, зато пригодится Купидон, ребятки. Купидон тут первой эволюции. Вот. Давайте зайдем на склад. Я потому что даже не помню, какие там повторки были. Да, Купидон, в принципе, пригодится. Вот. Ну, что, ребятки, могу сказать. В общем, неплохо. На 1000 самоцветов, даже меньше, на 900 самоцветов выпало два легендарных героя. Чтобы еще посмотреть, ребятки. Я вот, если честно... Давайте посмотрим всех героев. Ну-ка, мне прям интересно. И посмотрим заодно просвет, руны и так далее. Итак, здесь 92-й уровень просвета. Третий сет оживы. Здорово. Третий сет оживы. 95-й уровень. Третий сет оживы, 91 уровень. У всех ожило. Здорово. Во, малыш Ник с богом войны, 91 уровень просвета. Смерть у нас тоже прикольная, что 90 просвет и первый уровень оживы. Купидона нет рун. Купидону не повезло. Но он все равно стоит в тотеме, в принципе. Здесь у Ареса второй уровень. Ну, второй сет стоит оживы. 93-й просвет. Неплохо. Фея тоже с оживой. Ну, блин. В общем, вот. Череп тут с утеканием один. Кстати, да. А, вот есть горгульчик. Но, похоже, отхиливает все-таки друид поинтересней. Если все-таки... Человек решил выбрать его на прохождение АЕ волн. Ну ладно. Вот. Ну, в общем, неплохо, что, ребят. Руны, в принципе, есть. И причем довольно-таки высокого уровня, скажем. Ну, третий уровень это не хухры-мухры, скажем так, по крайней мере, для меня. Вот зарядочка села. Тренд соживый, в принципе. Неплохо. Да, кстати, спасибо данному игроку за пояснение, для чего тренду вообще нужна ремка. Вот хранитель есть с четвертой ремкой, здорово. Так как я, несмотря на то, что очень давно играю, я никогда не придавал значения, наверное, тому, какие таланты можно использовать вот для данного героя. В общем, здесь написано, уменьшает на 35% получаемый урон 4 союзникам на 5 секунд. Вот. Наверное, это самые главные две строчки, да, на которые стоит обратить внимание. Потому что данный герой, по крайней мере, в моей голове, для меня, знаете, он нужен всего лишь, чтобы героев оживлять. Нет, нифига, он еще дает неплохую, скажем так, защиту, да, нашим героям, понижая получаемый урон на 35%. Это довольно-таки много, ребят, на самом деле. В общем, давайте посмотрим вот так всех героев, да, посмотрим талантики, скиллы. Вот, смерть тут, ну, блин, конечно, скилл слабенько прокачан, да и утекание пятерочка всего лишь. Купидончик, блин, не с пятой ремкой, с четвертой, но все же 8-10. Арес 8-10, 4-5. Конечно, да, ремочек здесь очень не хватает. О, фея. Фея с берсон, здорово. Ну, череп. Череп. Череп, кстати, с коррозией себя, ну, довольно-таки хорошо ведет. Многие хвалят. Ну, у меня есть вот и с утеканием, и с коррозией. Кстати, вот... Только на разных аккаунтах, к сожалению. Ну и не такие вкачанные, естественно. В общем, Гаргул здесь 4.8. Бог войны. И не используется он, скорее всего, именно из-за таланта. Потому что бог войны ему, естественно, нужен больше. Итак, феечка с ремкой. Ой, феечка Валентина.
Вы уж извините, блин, они просто в эволюции что-то все сливаются. Так, бог грома. 7, 10, 5, 8. Ну, неплохо. Бульдозер у нас хороший. Ну и дальше пошли ниндзики с просветами все. Варлок с ремочкой. В общем, на защите в БГ пригодится, мне кажется, если будет Вэва. Дальше Гарпия, Дрейк, еще не вкачанный, еще один хранитель, да? Здорово. Или нет? Нет, это тот же хранитель, если я не ошибаюсь. Да, он один здесь. Ну, здесь еще один череп есть. Леди Лео, фараон. В общем, тут все герои практически есть, кроме, ну, там, кого? Кроме Лолы, да, ребят, не хватает только этой засранки розовой, блин, с крылышками. В общем, вот такой вот, ребят, аккаунт. И давайте напоследок устроим какой-нибудь замес, наверное. Так, замес, замес. Деактивируем щит. И давайте... Я просто сейчас на видео сольюсь, как всегда, короче. Не, героев я, наверное, сливать особо не буду. Так. Давай, тыковка, врубайся. Вот малыш Ник, блин, он мне радует как в защите, так и в нападении. Но не в PvP режимах. Ну, пленчик, Влад стоит хорошо. Нет, завершаем бой. Ладно, вот как-то так, ребятки. Я надеюсь, видео получилось интересным. Давайте, кстати, напоследок посмотрим, что тут по кулачкам. 419, ну, понятно, человек постоянно фармит. Постоянно они у него в ходу. И, кстати, радует то, что на складе, правда, нет никаких лишних ресурсов. То, что все сразу используется. Это огромный плюсик вообще. Итак, ребятки, еще один бездонатный император, дошедший до волны АЕ4. Скриншоты будут у меня в группе. Группа игрульки, вот, IGG, так и называется. В общем, ВКонтакте забьете, только ее и выдает. Вот. Ну и еще раз напоминаю про гильдию Пирамида. Набор от 80 тысяч силы, пропуск битвы гильдии, ну и, естественно, кик, скорее всего, босс. 20-30, скорее всего, тоже по МСК. Ну или по серверу, кому как удобнее. В общем, вот так, ребятки. Всем спасибо за просмотр. Всем такого же напора, как у данного игрока. И с вами был Мистер Хаос. Не забудьте там лайкусик поставить, подписочку нажать, если еще раньше не нажали. И до свидания.